Основная цель – защищать благополучие моей семьи и моих работников. Именно поэтому я принял решение удвоить контингент нашей службы безопасности в Найт-Сити. Президент Майерс назвала это нарушением Дарвинского пакта и провокацией против всех новых Соединенных Штатов и Милитеха. Скажите, что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Здравствуйте, с вами Бал, и это новость. Сегодняшний выпуск международных новостей можно с уверенностью назвать межпланетным. Ценности стоимостью в миллионы евро-долларов были украдены с орбитальной станции «Галилей». Грабители пристыковались к станции во время солнечной бури, которая частично затушила радар и, пробив корпус, пробрались в лабораторию Orbital Air. Космическим пиратам удалось украсть несколько экспериментальных прототипов.
нас клиент, Ларри Фангор. Говорит, его партнер Адам выкинул его из бизнеса. Они держали клуб «Эмпатия». Ларри хочет вернуться, а мы должны ему помочь. По своему опыту скажу, в клубном бизнесе без грязи не обходится. Все детали переслал. Вирты есть пожестче, пованильней. А настоящих девочек нет? Девочки у нас только танцуют, их руками не трогать. Кукол не держим. Мне говорили, у вас весело. Могу предложить отдельный кабинет и приватный танец, или жесткий брейн-данс на выбор. Человека давай. Не надо мне этих ваших виртов. Приветствую, добро пожаловать. Сержант Добс. И сегодня я расскажу вам, как жить в гармонии с полицией Найт-Сити. По дороге на работу мистер Добсинс замечает, что за ним следует полицейский... Отлично, мне пора. Но он опаздывает на важную встречу. И поэтому предпочитает не замечать полицию. Не надо так быстро ломиться. Жив-здоров. Меня зовут сержант Добс. И сегодня я расскажу вам, как жить в гармонии с полицией Найт-Сити. По дороге на работу мистер Добсинс замечает, что за ним следует полицейский транспорт с включенным пропускным маячком. Он новенький, что ли? Не, этот не на работу. По походке, видать. И потом, это разве конкуренция?
Не понял. Удова. Без проблем. Совсем другое дело. Зашел, поставил, что надо, и вышел, как ни в чем не бывало. Заказ выполнен. Thank you.
Убьем его! Вперед! Влепяху его! Все это пахло! Пусть за все заплатят! Ударим его уже! Сейчас вдарю по полной! Выебем его! Вперед! Въебать ему! Сзади ее входи! Держаться!
долбаные импланты! Кровь пущу! Свинца словил, паскуда! Припяху его! Влепяху его! Рвать его на куски! Thank you.
Наступаем! Окружай его! Я знаю, что ты здесь. Я чувствую. А? Он ранен! Кто бы мог подумать? Отступаем! Прекрати огонь! Здоровье поправлено!
Короче, еще одна журналистка покончила с собой. Таблоиды пишут, что из-за стресса на работе, но ее семья считает по-другому. Может, ты что-нибудь раскопаешь? Я отправил все подробности. Контакт потерян! Возвращаюсь к боку!
Сильнее еще. Сильнее. Да чтоб тебя. Походи, не бойся. Мы тебя не тронем. Эй, чуба, я вижу. Давай! Выдвигаемся! Стреляй! Быстро, быстро! Зачищаю! От бесконечных внутренних проблем компании. После паузы обсудим с экспертами, каким образом Арасата может выбраться из кризиса. Thank you.
Пожалуйста, не надо. Я ничего не видел и не слышал, клянусь. Почему он тебя избивал? Да потому что он гребаный психопат. Они все такие. Если б не ты, мне хана. Так ему и надо. А за что тебя здесь закрыли? Ни за что! Подставили меня! Сколько их еще? Двое или трое. Ну, шевели мозгами. Я не знаю. Они все на одно лицо. Там внизу точно один еще есть. Хорошо, камера открыта. Дальше ты сам. Хорошо. Твою мать, Ви! Это было нечто. Я тут просто как на иголках сидел. Слава богу, данные у меня, а ты еще на этом свете. Все хорошо, что хорошо кончается. Закрываю заказ. Надо убрать одного парня. Он раньше был наемником, да и сейчас держится неплохо. Но за такие деньги рискнуть стоит. Если нужно больше данных, проверь письмо. Жду вестей. Спасибо. Эй, куда? За вход деньги платят. А есть тут у вас VIP-комнаты? Ну, для приватных вечеринок. Есть, заказано для босса и его компании. Ну так может он и меня возьмет в компанию?
А? Ты ж деловой. Ты тут не крути. Есть еди, заходи, нету матовы. Слушай, Чумба, я ищу новые таланты для брейн-дансов. Нужны раскованные парни и девочки, которые не стесняются своего тела и хотят быстрых и легких денег. Не интересует. Ну, тебя-то нам не надо. Но за каждого актера я тебе отстегну 10% с контракта. Эдди с гарантией, а риска никакого. Что скажешь? Ха. Ну ладно, заходи. Господи боже, ты это слышишь? Это же надругательство над слухом. О вкусах не спорят, Джонни. Так говорят только придурки, у которых нет вкуса. Уж не знаю, за что его хотят грохнуть, но его музыкальные пристрастия уже достаточный повод. Далеко? Вход только для VIP-клиентов. Мы друзья с твоим боссом. Босса много кто знает. Он никого не держит в больших друзьях. Окей, но... Говно! Босс сказал никого не пускать. Он отдыхает. Так что пройди на выход. Исчезни, а то допросишься. Что за хуйня? Ты кто, блядь, такой? И как ты сюда попал? Тит. А, понял. У тебя заказ на мою голову. Кто прислал? Милитех или Асукага? Может, это шлепок Дина? А, можешь не отвечать. Сам выясню. Когда... Сядь, Дози. Если я тебя еще не убил, значит, готов на компромисс. И вот так борзеть не камильфо. Камильфо, бля? Нахуй сильву плей, ёпта? Я болтать не люблю, ясно? Решим вопрос, как мужик с мужиком. Ну, предположим, ты мужик. Ну вот ты меня убрал. Думаешь, твои проблемы сами с собой рассосутся? Ты много кому на мозоль наступил, жирный. Сам говоришь, Милитех, Асукага, Дино. Тебя не оставят, пока башку с тебя не снимут. И что мне? Самому себе мозги вышибить? Нет. Уезжай из города по-тихому. Я им скажу, что всадил тебе пули в лоб и вся история. А ты начнешь жизнь с чистого листа. Ага, и где начну? В жопе? У меня тут все, клуб, команда, девочки, в конце концов. И куча смертельных врагов. Вариантов у тебя, прямо скажем, немного. Если останешься, ты труп. Ай, блядь, явись оно все конем. Ебаный ты нахуй. Так это да или нет? Вали, скажи, что твоя работа сделана.
ты договорился с Маусером? Слушай, блин, раз уж ты так ловко всех разводишь, может, тебе надо было барменом устроиться? Хочешь, подыщу тебе место? Будешь грести деньги лопатой? Ладно, если серьезно, нет Маусера, нет проблемы. Ты получаешь гонорар, я закрываю заказ. Окей? Интересное видео. Клиент готов щедро платить. Что скажешь? Посмотри письмо. Очень на тебя надеюсь.
Пойди посмотри, что там. Какого черта? Пойду разберусь. Очень странно. Угрозы нет. Тем не менее, доказательств их причастности к убийству отца пока не предоставил. Некоторые аналитики считают, что убийство директора может быть отчаянной попыткой отвлечь внимание публики от бесконечных внутренних проблем компании. После паузы... Такая большая яхта. Ни разу не видал, чтобы она из...
телепорта выходила. Да уже известно нахрена, что борги устали. На суше ощущения не те. Угу. Ну давай, скажи мне, что сам бы отдал все деньги сверху. Да, блядь. А вот может и отдал бы. Может, я детишек люблю. У нас погибший! Выходи один, и никто не пострадает. А? Я разберусь. Давай, террорист! Я еще нассу тебе на могилу! А?
Ты где там? Я разберусь. Я еще нассу тебе на могилу. Ну, класс. Обнаружены враги! Открывай! Так, чтоб я видел! Я разберусь. Я еще нассу тебе на могилу! Очень странно. Все в штатном режиме. Будьте осторожны, это террорист! А? Я разберусь. Выходи! Руки так, чтоб я видел! Очень странно. Будьте осторожны, это террорист!
Надо проверить. Осмотр завершен. Мне это не... И можете сразу открыть огонь на поражение без предупредительных выстрелов. Мы все разрулили как надо. Хотел с кочевниками пройти. А ну не вышло. Прятаться тут негде, так что вылезай! Странно.